Доброго времени суток, уважаемые друзья, уважаемые подписчики, случайные зрители. Ой, кофе взял, извините, пожалуйста, что дергается телефон. Взял кофейку, пару вкусняшек, у нас обед. И думаю, зайду в лес, подышу, послушаю птичек. И заодно с вами поделюсь этой, так сказать, красотой. Покормили там котеек. Друзья, спасибо за советы. Там девчонки поприносили какие-то лекарства. Я принес ромашку позавчера. В общем, протирали глазки. Я насчет котеек. Молока там сегодня, творога принесли, сухого этого корма, ну, очень много. Я рыбы принес, рыбка сегодня, поделился с ними. В общем, они не голодные, спят. Хотел вам заснять, но они так мило клубочками там свернулись в том домике, и это самое. Я не захотел их будить, думаю, ладно, пусть спят. Может быть, вечерком после работы засниму их. Обычные два самых прекрасных котеечки, самых симпатичных на свете у нас на работе. Вот. Что хотел еще сказать, друзья. Приятной вам хорошей пятницы, завершение рабочей недели, кто работает. Вот. Кто работает дома, на огороде, сейчас самое время тоже. Благополучного завершения недели, друзья. Всем огромное спасибо за теплые слова, которые вы пишете. Комментарии. Очень приятно, друзья. Очень. Я там был в воскресенье на прошлой неделе был на площади Независимости. Напомню, я в Киеве, кто не знает, нахожусь. Вот. И решил заснять. Попросил очень сильно. Никакой политики, никаких там этих самых, ребята, я не ожидал. Я просто поудалял и подблокировал этих людей. Столько гадостей написали. Я первый раз в жизни приехал на этот Майдан Незалежности, Майдан Независимости, просто посмотреть, просто заснять, вам тюльпаны, цветы эти показать, всю эту красоту. Столько гадостей, столько всего излилось в мой адрес. Я теперь даже не знаю, снимать что-то или не снимать. Ой, хотелось еще поехать... Да много мест в Киеве. В общем, я не знаю, друзья. Очень как-то на душе было у меня обидно. Не ожидал я. Но все равно я верю, что больше адекватных людей, добрых. Еще раз напоминаю, друзья, давайте не будем хотя бы здесь, на этом моем скромном канале, не будем никакую политику абсолютно обсуждать. Ничего абсолютно в этой теме... Не притрагивать, не затрагивать ни войну, ни политику. Она уже всех просто одолела и достала, поверьте. Если я вам расскажу свою историю, то это касается тех, кто гадости писал, то вы там будете тихо и спокойно курить в сторонке. Но я не хочу меряться вот этими всеми вещами. Вот. В общем, все. Не буду больше об этом. Друзья, вот вам лес. Птички, тишина. Смотрите, какое небо сегодня. Прекрасный, изумительный день. Я вам желаю еще раз душевного спокойствия, благополучия, всем здоровья. У всех, кого неприятности, пусть они разрешатся. Будьте хранимы Богом. Обязательно в субботу, воскресенье ждите ролик. Хороший, интересный, приятный. Птички. Красота. До новых встреч, друзья.